После так называемого отчета Костусева перед городской громадой 19 декабря прошел брифинг для прессы. Со слов мэра, он сделал выбор в пользу работников СМИ, отказавшись отвечать на вопросы горожан. Но главным героем этого мероприятия был далеко не мэр от партии регионов, а назойливая муха. Глядя на достижения Костусева за 2012 год, становится понятно, что насекомое не зря крутилось именно возле него. Традиционных вопросов городскому голове после его отчета о проделанной работе не последовало. Увы, одесситы были лишены такой возможности. Костусев решил ограничиться общением с журналистами. Как выяснилось, из большого уважения к ним. Было бы смешно, что после отчета мне задавали вопросы зал, а потом пресс-конференция. И когда мне сказали, что надо выбрать то или то, я сказал, безусловно, пусть задают вопросы представителю СМИ, потому что они отразят все проблемы, которые есть в городе. А человек каждый задаст вопрос, который касается к вам. Так что воспринимайте это как дань моего уважения к работникам средств массовой информации, к журналистам. Данное заявление в очередной раз подтвердило, что мэр от партии регионов выполняет роль свадебного генерала, который ничего сам не решает. Что ему мешало пообщаться сперва с громадой города, а потом устроить брифинг для работников СМИ. Но вернемся к акулам пера. Уважение к журналистам, в котором Костусев клялся ранее, было забыто уже через пару минут. На резонный вопрос корреспондента о внедрении электронной системы учета качества предоставления коммунальных услуг, которая должна была заработать еще в 2011 году, Костусев ответил довольно странно. Вы представляете средства массовой информации насквозь лживые, которая проиграла мне суд, и суд признал, что оно обо мне писало неправду и искажало мои слова. Вот есть смысл мне сейчас с вами о чем-то говорить? Я себя уважаю, поэтому я отвечать вам не буду. Вот так быстро меняется мнение о журналистах у городского головы. Ответ, собственно, и понятен, ведь по сути ему ответить нечего. С такими темпами мэр от партии регионов перестанет общаться с журналистами вообще. Ведь все СМИ, к которым он имеет отношение, закрываются с завидной регулярностью. Все это в очередной раз свидетельствует о профессиональных навыках Костусева. Понимают это не только журналисты и одесситы. Например, насекомое, точнее муха, выбрала объектом своего вожделения Костусева отнюдь не потому, что он намазан медом. Пишут иногда там на злобных сайтах, что это за муха привязалась. Почему я так... Да, она окажет. Действительно, муха вряд ли поможет Костусеву, ведь то состояние, в которое он привел Одессу, тяжело назвать стабильным и благополучным. И то немалое хорошее, что случилось за этот период в Одессе, заслуга народных депутатов-мажоритарщиков и частного бизнеса. Впрочем, Костусев почему-то вменяет это себе в заслугу. Наверное, муха это тоже понимает, ведь эти насекомые редко ошибаются. Вадим Тютюкин, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».